Это студия Российского общества знания, и сегодня уже шестой день нашего марафона «Дома со знанием», и посвящен он Дню народного единства. Ну и, конечно, пользуясь случаем, хочу вам напомнить, что каждый день до 7 ноября вы можете подключиться к нашим прямым трансляциям с 10 утра до 7 вечера и обсуждать вместе с нами самые интересные темы. Ну а сейчас немного про нашего героя. Покорение горных вершин, жизнь в лесу – это то, с чем он сталкивается постоянно. И, конечно, сегодня у нас в гостях Богдан Булычев, арктический блогер номер один, путешественник и исследователь. И мы надеемся, что сегодня Богдан раскроет нам секреты идеального путешествия и, конечно же, как к нему подготовиться. Богдан, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, путешествие – это вообще ваш основной вид деятельности или что-то есть еще? С предыдущими блогерами мы выяснили, что путешествие, оказывается, можно сделать профессией, можно на этом неплохо заработать. Либо просто как хобби. Либо, да, просто. И чем, собственно, отличается от туризма путешественник от туриста? Тем, что турист платит, а путешественник... В принципе, ему уже пора зарабатывать. Но иногда платят еще больше, если проект большой. Но в путешествие, в туризм, в профессиональный туризм, я пришел в 2015 году. Я работал топ-менеджером в аэропорту, коммерческим директором. И ушел я с такой вот хорошей должности. Я решил, что нужно что-то менять в своей жизни и жить по мечте. Несмотря на то, что у меня два авиационных образования было, я хотел... изучить свою страну, начать путешествовать именно со своей страны. Отправился в первое путешествие от Питера до Магадана. Мы ехали 48 дней по самым интересным местам. Нам составили, то есть мы запустили такой некий челлендж. Ребята рекомендовали очень хорошие места своего региона, и поэтому мы получили самые эксклюзивные места, о которых даже не было информации в интернете. Это было первое путешествие, мы проехали по России. А на чем? Мы ехали на автомобилях, это был самый доступный транспорт, когда ты можешь куда-то приехать, где-то даже в них переночевать. Тогда я еще не был блогером, я просто это все организовал, потому что мне захотелось проехать не просто одному, а большой компанией. Следующий наш проект, мы сделали проект в населенный пункт Тикси, мы ехали в Арктику, это было 35 дней по замерзшим рекам. Тоже из Петербурга? Мы уже стартовали с Иркутска, мы проехали по замерзшему Байкалу, дальше по Баму, Якутия, и по замерзшим рекам, и по замерзшим морю Лаптевых выехали в Тикси. Тоже было невероятно интересно. И вот тут я уже понял, что нужно становиться блогером, потому что, во-первых, огромное количество было вопросов, ну как там, ну расскажи, ну покажи. Плюс с нами ехали ребята, на тот момент топовые блогеры, там весь топ ЖЖ, по тем временам «Живой журнал» был вообще один из самых, так скажем, топовых площадок. И я просто наблюдал, что они делают, как они фотографируют, как они ведут, о чем они пишут, на что они делают акцент, и так постепенно сформировался мой стиль, и, наверное, 2017 года я стал заниматься этим уже профессионально. На сегодняшний день у меня около 2 миллионов подписчиков на всех площадках. Самая большая площадка – это Instagram, YouTube. И в прошлом году YouTube, Instagram и TikTok признали самой большой медийной площадкой с упоминанием Арктики. То есть мы рассказывали очень много про Арктики. И основное мое направление все-таки это север России, который, несмотря на всю его, казалось бы, уже открытость, исследовательность, до сих пор является большим серым пятном, где куча всего интересного. И как я называю, что север – это музей под открытым небом, который сохраняет в себе все, что там остается. И вот как пример, в этом году мы ездили на Новосибирские острова, мы первыми в мире, кто туда доехал на автомобилях, мы ехали прямо по льду до архипелага. И по пути мы нашли корабль, который местные назвали, что это корабль Третьего рейха, скорее всего, что-то такое. Не было интернета, чтобы там проверить. Мы отсняли про него материал. Вернувшись уже к интернету, выяснилось, что действительно корабль 37-го года постройки. Построили его в Финляндии. Судно «Бор-2». После войны оно перешло Советскому Союзу, и его посадили на мель в 70-х году там геологи. То есть это действительно интереснейшее судно. И вот буквально сегодня, пока мы сейчас, я ждал эфира в студии, со мной связались научные сотрудники финского музея в Турку, посвященного морской торговой промышленности, и попросили прислать материал о нем и онлайн выступить на эту тему. Они думали, что он затонул. То есть он такое уникальное судно. В России его назвали в Советском Союзе Петродворцом, а Петродворец — это была яхта
Адольфа Гитлера, и поэтому к ним был такой резонанс. Все думали, что это этот корабль, и даже у местных была эта легенда. Вот, в общем, мы все разобрались, в итоге развенчали этот миф, но, тем не менее, судно имеет действительно интересное историческое значение. А как таких, финны-то и таких открытий много. Еще раз. Как финны узнали об этом? Но охваты, то есть серия про это в интернете набрала, по-моему, 2 или 2,5 миллиона просмотров. Я сделал там порядка там, 10 сториз, которые набрали тоже миллионы просмотров, ну и так далее, и так далее. То есть. А что это за ребята, вот вы говорили, которые вам помогают или помогали составить маршрут, вот первый ваш? Это кто такие были, которые именно указали на те места? Нет, эксклюзивно. Маршрут мы составляли сами, но так как я был не блогер, то мы сделали некую эстафету. Все блогеры в регионах писали об интересных местах, и мы выбирали так называемого победителя с самым интересным местом, по нашему субъективному мнению, которое нам подходило. И этот блогер получал от нас бесплатный перелет по России туда и обратно в любое место и проживание в любом отеле там, в определенном бюджете на 3 дня. То есть это для блогеров в 2015 году было просто чем-то невообразимым — выехать из своего региона, побывать в каком-то месте и вернуться назад бесплатно. Это действительно очень интересно, но прежде чем продолжить наш разговор, я хочу напомнить, что вы можете принять участие в нашей беседе. Во-первых, у нас сейчас идет опрос, и вопрос звучит очень просто. Хотели бы вы начать путешествовать? Ответа 2, и написать его тоже очень легко. Хэштег «да», хэштег «нет». Но в конце нашего эфира мы посмотрим, какие у нас результаты. Также вы можете задать интересующий ваш вопрос нашему спикеру. Задать его очень легко. Хэштег «Булычев», пробел и интересующий ваш вопрос. Если это будет очень-очень интересный вопрос, мы обязательно его озвучим в нашем эфире. Богдан, а скажите, какой он путешественник? Какой он должен быть? Какими качествами должен обладать? Прежде всего, путешественник должен ценить момент. Вот это очень важно. В первом путешествии я сразу это понял. Мы стремились в Магадан. И вот это, знаете, мы стремились в конечную точку. Мы проезжали невероятно крутые локации. Я всем говорил: ребята, поехали, там будет, вот, ну, нам нужно туда. Но в тот момент, когда мы добрались до Магадана, случился конец. Все, проект закончился. И вот тогда я понял, что путешествие как жизнь. И ей нужно наслаждаться, получать удовольствие здесь и сейчас. От каждого момента, от любой встречи в дороге, от любого общения, от любого уникального места. Потому что горы, которые вы увидите здесь, возможно, дальше их не будет. Они могут быть выше, но уже не такие красивые. Или наоборот, ниже, но еще более красивые. Поэтому, наверное, путешественнику важно здесь и сейчас жить, вот, как говорится, вот, как есть старая песня, очень хорошая, что жизнь — это миг между прошлым и будущим, и вот именно он называется жизнь. И вот, вот именно как вот сейчас мы с вами живем, вот она настоящая жизнь. Тяжело было расстаться с офисом? Да, было тяжело. Мои родители вообще подумали, что я немножко сумасшедший, потому что поменять работу, когда у тебя куча подчиненных, свой кабинет, машина с водителем, ну, это было вообще что-то с чем-то. Но я прочитал роман Куваева, и там были очень интересные слова, что жить по мечте очень сложно. И люди, которые живут по мечте, несут на себе большую ответственность. Многие боятся жить по мечте. И вот тот, кто перебарывает этот момент и начинает жить по мечте, не боясь, он становится счастливым человеком. И я действительно понял, что нас постоянно останавливают какие-то социальные рамки, что вот если мы уйдем отсюда, мы можем потерять работу, можем здесь. И я решил: окей, если я достиг всего этого, то это либо истечение обстоятельств, мне случайно повезло, либо я обладаю каким-то таким скиллом, что я могу это делать и в другой отрасли, ну, используя все то же самое, что я сделал. Я решил попробовать. И вот сегодня здесь, с 2015 года, я блогер-миллионник, путешественник, и я занимаюсь любимым делом. И как только мне надоест заниматься путешествием, я могу уйти в танцы или в любое другое отрасль, которое мне хочется. У меня есть там планы, на самом деле, и после путешествий. Вот. Но на сегодняшний день я получаю огромное удовольствие от путешествий, от интересных мест. Что же это за планы? Опять вернуться в аэропорт? Ну, это не исключено, вообще не исключено. Дело такое, не исключено. Если душа позовет, то, конечно, почему бы и нет. А где вы территориально живете? Я живу в городе Ярославль. Вот и жили там всегда, и родились там? Нет, родился я в Магадане, учился я в Санкт-Петербурге, по распределению попал писать дипломную тему в Ярославле, и там и остался.
Уже путешествие началось. Уже началось, да, уже было. И по дому не скучаете, нет такой проблемы. Наоборот, это... Я периодически приезжаю в город Магадан в рамках наших проектов. Мы заезжаем туда. То есть вот у нас был проект «Евразия от края до края». Мы хотели первыми в мире соединить Евразию по самым крайним точкам. То есть никто ни одним видом транспорта не соединял. Допустим, от мыса Дежнёва на Чукотке, где видны огни Аляски, доехать до мыса Рока в Португалии с востока на запад, или от мыса Челюскина, который находится на севере, является самой северной точкой нашего евразийского континента, до мыса Пяи в Малайзии. И надо сказать, что мы сделали первый этап. Нас, конечно, остановила пандемия и коронавирус, но, тем не менее, мы доехали первыми в мире до Уэлена, и самое главное, выбрались оттуда своим ходом. Это было что-то, потому что Уэлен напоминает такое кладбище техники. Там огромное количество техники, это билет в один конец. Как пример, до нас за несколько лет туда ехали немцы. Они ехали 2 года туда, и автомобили, на которых они приехали, они там их оставили, бросили эту затею. Вот. Нам же посчастливилось ездить туда-обратно за, по-моему, 28 дней. Мы изменили маршрут, мы правильно его просчитали. Правильно просчитали переход по материковой части по тундрам, резали очень сильно по морю, рискуя, конечно, но, тем не менее, это был оправданный риск. Коронавирус, он вносит свои коррективы какие-то? Да, к сожалению, на границе, то есть мы приехали сюда, как раз случился первый локдаун, и мы остановились у границ. И даже на сегодняшний день рекорд, который у нас есть, нам пошли навстречу, он считается открытым, и вот прямо сейчас тикают часы. То есть когда мы подъехали к границе, было бы 28 дней от края до края, то сейчас у нас уже год, и там год и 3 месяца. Там, ну ничего страшного, просто после кому-то этот рекорд будет гораздо проще побить. Так вы сами можете его взять и побить. Но хочется всегда что-то новое. Ну да. Ну, а смотрите, путешествие — это все-таки сложное дело, потому что, чтобы забраться на ту же гору, да и спуститься с нее, нужна, наверное, какая-то хорошая физическая подготовка. Как-то вы готовитесь к этому, занимаетесь? Да, у нас, безусловно, у нас на самом деле в команде есть там строгие правила, начиная от сухого закона, заканчивая физической подготовкой перед сложными какими-то экспедициями. Это действительно так. Я даже скажу, что некоторых участников команды мы тем самым вот от пагубных привычек, собственно, избавили. Без этого просто никак. Должна быть, особенно, так скажем, у полярника, у полярного путешественника, должна быть как и физическая сила в определенных местах, выносливость, устойчивость к морозу, устойчивость к внешним факторам. Ну вот простой пример. На Таймыре нас застала температура в минус 64 градуса, был ветер, мы ночевали просто в палатках, в спальниках. Ну, можно представить, как это, то есть неподготовленный человек может просто там замерзнуть определенное. Второе — это, то есть, моральная подготовка. И третье — это, безусловно, то есть, помимо всего прочего, ты должен быть готов еще и психологически, то есть, помимо морально, еще и психологически. Очень тяжело. А много человек в команде? И кто эти люди? Эти герои? Около 20 человек в команде, да, но в разные поездки, в разные экспедиции разный костяк формируется. Часть этой команды — это съемочная группа, операторы-фотографы, а часть команды — это, знаете, мне удалось на правах руководителя этой команды собрать уникальную команду из путешественников. Практически на половине из этих путешественников, на их видео, на их контенте я вырос. То есть тот момент, когда я был в университете, они уже вовсю путешествовали по всему миру и выкладывали, ну, такой вот кусочками, но какой-то контент и информацию о уникальнейших местах. И вот в какой-то момент, когда я уже стал блогером, мы познакомились, и с этим познакомились в рамках этого проекта, с этим здесь на севере, с этим вот тут. И мы как-то так получилось, что создали команду. Я вот считаю, что основная, наверное, моя заслуга — это объединить невероятно самодостаточных и просто, ну, если можно сказать так, крутых путешественников в одну команду. И на сегодняшний день, когда мы вот весь год каждый занимается своими делами, потом у нас есть топовый проект, мы в него собираемся, это просто невероятно круто вот работать в такой команде. Нет никакого вот этого, понимаете, не нужно никому ничего доказывать. Каждый на 100% уверен в друге, и каждый настолько самодостаточен, и такое уважение внутри коллектива, что я вот даже не могу передать словами. То есть это просто вот на уровне такая дружеская одна команда, и если один хотя бы где-то хоть на секундочку вот в чем-то просядет, его сразу страхует плечо товарища по умолчанию. А каждый вот что-то свое делает, или да, есть какая-то идея одна генеральная, на которую все работают?
есть идея, есть концепт, есть проект, есть правила, и каждый отвечает за определенное свое. То есть там штурман, механик, оператор, фотограф, человек, отвечающий за маршрут и так далее, и так далее. Но каждый друг друга может заменить, все взаимозаменяемые. Ага. Но каждый в чем-то максимально силен. Неужели у вас вот в таких тяжелейших условиях никто ничего себе не отморозил? Нет, подготовка и опыт. Мы очень много перенимаем у местных жителей. И, допустим, могу рассказать интересную особенность, как умываться или как принимать душ и стирать в минус 50 и ниже. Поделитесь. Аудитория у ваших ног. Да. Мы подметили этот материал у малочисленных народов Севера. Эвены, эвенки, чукчи, юкагиры, ненцы, долгане используют его просто повсеместно. Метод называется вымораживание. То есть ты берешь свое термобелье, то есть ты едешь в чем-то, идешь, двигаешься в чем-то, потом ты снимаешь полностью все, включая термобелье, берешь суперсекретное изобретение мировое, влажные салфетки, протираешься весь от кончика пальцев до мочек ушей, весь абсолютно. После этого ты берешь свое термобелье и вывешиваешь его на улицу. То есть привязываешь веревку, все что угодно, чтобы его не оторвало, там его все привязываешь, и оно ночь там морозится. Сам одеваешь второй комплект сухого термобелья, и в нем спокойно спишь, и весь следующий день едешь в нем. А на следующее утро, когда ты берешь белье, вот эта та самая кристальная альпийская свежесть, она действительно там есть. То есть все микробы, все бактерии, все вымораживается. А не отстирывается грязь, если она есть, но в Арктике, слава богу, нету грязи. Но все микробы полностью, вот источники там каких-то запахов, все, они полностью уходят. И вот так, так можно ехать примерно где-то там 15-20 дней, проверено. Вообще никакого дискомфорта в коллективе нет. Но салфетки вы же не выбрасываете? Нет, мы весь мусор забираем с собой. И самое главное, вот у нас будет один из ближайших проектов. Мы делаем большой проект на ближайшие 5 лет. Проект называется «Эко-мониторинг Арктики». Он проходит при поддержке многих ведомств. И мы решили, все, у нас есть определенный скилл, у нас есть возможность, у нас есть опыт. Ну, сколько можно просто кататься? Нужно кататься и рекорды. То есть все, самолюбие свое, там, эго мы потешили. Теперь нужно сделать что-то для людей, что-то для общества, что-то для нашей страны. И мы сделали этот проект эко-мониторинга. От границы с Норвегией до границы с Америкой, с Чукоткой. За 5 лет мы полностью проедем весь Севморпуть, посетим все северные архипелаги, сделаем полное описание загрязнений, бочки, металл, составим градацию загрязнений от 1 до 10, где 1 может еще пролежать 50 лет, а 10 может случиться катастрофа, которая недавно была в устье Енисея, то есть разлив нефтепродуктов. И уже на основании вот этих данных, которые мы составим, с нами в команде, безусловно, поедут экологи, которые все будут это правильно описывать. Федеральная программа и ребята из Чистой Арктики уже будут чистить регион не просто вот слева направо или справа налево, а уже точечно там, где очаги вот могут прям сегодня или завтра случиться. Эта арктическая неприбранность, она бросилась вам в глаза, когда вы там были, уже проезжали примерно в тех местах? Неприбрано там, да? Безусловно, есть, но есть места, где уже это исправлено. Вот волонтеры, там очень много сейчас волонтерских движений, и Green Arctic, и Чистая Арктика, то есть они действительно делают, убираются, это колоссальный труд, и вот просто чтобы эта уборка не была такой вот, просто вот мы идем, а вот там в тот момент уже случилась протечка, и мы имеем не просто там бочки разбросаны, а уже экологическую катастрофу. Вот именно для этого мы и хотим это все сделать. Помимо всего прочего, так как мы еще не только путешественники, но и блогеры, мы будем снимать контент об этом. Совместно с Русским географическим обществом мы договорились о том, что те пустят нас святая святых в архив Русского географического общества, который находится в Санкт-Петербурге. И по всем этим местам перед выездом мы получим максимальное количество информации, сколько экспедиций здесь проходило, кто, у кого здесь была какая-то база, зимовка, или кто-то здесь потерпел крушение. И мы еще попытаемся что-то вот задокументировать, что там есть по факту, пройдя вот по историческим местам. То есть это и экология, и исторические места, и, конечно, контент, который получат наши подписчики в YouTube, Инстаграме и в ТикТоке. Вот уже... это блогинг, я понимаю. Да. На этапе описания это уже звучит действительно круто, и понимаешь, насколько это важный проект будет. Мне кажется, когда он будет реализован, просто...
А вы это на будет машинах нечто. Тоже поедете, да? А, нет. Корабль возьмете. У нас, да, там будет такая интермодальная перевозка, как если это можно назвать, кораблями. Судно, опять же, мы для того, чтобы это не было какое-то судно под нас, судно «Михаил Сомов», которое ежегодно доставляет на полярные метеостанции продукты и топливо, оно нас будет забрасывать. То есть оно выходит из Мурманска или из Архангельска и идет до севера, практически до Чукотки. То есть по пути судно высаживает нас на одном из островов, где она также высаживает продукты этот. Мы спокойно туда переплываем на наших плавучих вездеходах. И пока оно уходит дальше, мы работаем, и на обратном пути оно нас забирает. То есть примерно там на разных островах будет по-разному, но там от 10 дней до месяца мы будем вот с такими вот по архипелагам. На обратном пути забирает, а отвозит вас обратно в Мурманск? Порт назначения, там вы да. ждете, опять, ну, когда он там освободится, либо мы ждем и идете чуть дальше. И второй завоз, да. То есть, и у нас там на 5 лет она там разделена программа. Плюс понятно. У нас есть побережье, мы проходим за 3 года. То есть дополнительно вот у нас еще есть этап по побережью, который мы прямо идем по суше. Слушай, мы можем и за год пройти, но нам нужно все-таки это более, так скажем, тщательно пройти все. Как ты летел на вертолете над Ямало-Ненецким автономным округом, и как раз это северное побережье, там роскошные пляжи. Я думал, шикарные пляжи. Как же так? Почему народа нет? Почему никто не купается? Наверное, холодно. С одним из пляжей на южном побережье моря Лаптев у меня связана одна очень интересная история. В 2016 году мы, когда отправились в Тикси, это была первая арктическая экспедиция для меня, я взял с собой тогда свою будущую жену. И я думаю, если она, вот эта хрупкая девушка, которую зовут Владлена, выдержит вот это путешествие, то я сделаю предложение ей прямо здесь. Я заморочился, думаю, Якутия. Я купил кольцо из якутского золота с якутским бриллиантиком. И думаю, ну все, если да, тем более все девушки хотят, чтобы им сделали предложение на южном побережье. Море-то многие девушки не уточняют. Вот. И, собственно, на побережье моря Лаптевых, когда на обратном пути мы все сделали, я вышел и под северным сиянием встал на колено и сказал, будь моей женой. Она сказала, что буду. Сказала бы, если нет, я поставил бы ее там. Вот. Она, я думаю, это знала, поэтому согласилась. Поэтому вот с Арктикой меня связывает много чего. То есть моя семья началась с Арктики. Как романтично. Вот это романтика, да. А полярники все такие. А еще полярники-блогеры это вообще. А какое самое длительное путешествие у вас было? Сколько оно длилось? Это был тоже, мы решили сделать такой некий рекорд. По-моему, мы были в районе 3 месяцев. Мы проехали 44 тысячи километров. Это получается длина экватора. Мы стартовали из Москвы, доехали до Португалии, из Португалии уехали в Магадан, с Магадана решили, ну а что назад возвращаться вот так вот? И поехали, пошли через Центральную Азию, доехали до Иркутска, в Иркутске спустились в Монголию, с Монголии ушли в Горный Алтай, с Горного Алтая в Казахстан, с Казахстана в Киргизию, потом Таджикистан, по границе с Афганистаном река Пяньш, и ушли через Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, выехали в Астрахань. Через Астрахань вернулись в Москву. 43 800 километров на одометре, спидометре. Но вот 3 месяца каждый день вы видели одних и тех же людей. Я жену видел. Вы вдвоем? Ну, мы первый раз поехали, путешествовали вдвоем. И, собственно, вот тогда, кстати, и начался мой блогинг. Это была интересная тоже особенность. Я к блогингу относился как к телевидению. Мы взяли с собой кучу фото-видеооборудования. И вот когда мы поехали в Европе, в Амстердаме, на одном из каналов мы припарковали наш автомобиль и зашли за угол в кафе позавтракать. Выходим к автомобилю, разбитое стекло, разбросанные вещи. Вот эти голландские, галантные полицейские в обтягивающих шортиках на велосипедах. И они говорят, сэр, у вас здесь как бы вот что-то. Как оказалось, у них это очень практикуется. В общем, украли все фото-видеооборудование. И из камеры у меня осталась одна GoPro, которая была у меня в рюкзаке. Я достал GoPro и сказал, ребята, причем это было без дублей, это было вот то, как я именно был, искренне я. И я сказал, что мы сейчас в Амстердаме, практически в центре Европы, и вот посмотрите, что у нас случилось. И эта серия, первая серия, которая набрала больше 100 тысяч просмотров, и тогда для меня это было так что-то. Это вы потеряли весь отснятый материал, получается? Нет, мы только выехали. Только выехали. И все я начал снимать на эту маленькую камеру. И этот сезон мы сняли, по-моему, 30 серий вот за эти 3 месяца, и они все зашли просто. И я понял, что вот оно, что нужно.
Но я понял, что съемка камерой не передала вот эту красоту Центральной Азии, людей, вот всего. И на следующий год я уже собрал команду со съемочной группой, с фотографом, и мы немножко изменили маршрут. Мы сразу с Красноярска ушли в Монголию через Тыву и дальше повторили весь маршрут, который у нас был. Сократив определенно, мы там за месяц, по-моему, уложились и сняли шикарнейший, вот я считаю, сезон, который набрал, ну, все видео вообще набрали большое количество просмотров, и вот с этого, наверное, уже закрепился точно именно YouTube-блог, и уже я понял, что нужно снимать. Вот эти частые переезды ваши, перелеты, переплывы, они сказываются на здоровье? Вы чувствуете прилив сил или наоборот отлив? Здоровеете, может быть, вы, наоборот, знаете, болеете чаще? Я не могу сказать, наверное... Пока не чувствуете, пока вы молоды. Но это так кажется, я же не буду говорить, сколько мне лет. Вот. Но на самом деле, все же неважно, где ты находишься. Да. То есть ты можешь находиться в офисе, ты можешь находиться на Северном полюсе, в Антарктиде или где-то еще. Если ты ведешь неактивный образ жизни, то есть мы там отжимаемся, приседаем, но это такие, знаете, я называю это ленивые приседания. Ты должен не намокнуть. То есть, если ты спотеешь и намокнешь, ты замерзнешь. Поэтому это ленивые приседания, такие больше, где у тебя, так скажем, вот как-то изометрическое напряжение, то ты вот в статике держишь, ты больше такое, и мышцы очень хорошо прорабатываются. Второй вопрос — это твой рацион, что ты ешь. Конечно, когда мы приехали на Чукотку, и нам дали мантак сала кита, и мы его, и этот ящик этого кита, мы его ели всю дорогу, там углеводов было на 3 года вперед. Мы приехали плюс 11 килограмм. Но, допустим, была гонка, я участвовал в гонке Silkway как пилот, я похудел на 11 килограмм за 10 дней. Поэтому тут это всегда вот такой вот компромисс, и все зависит только от тебя, не от ситуации, где ты находишься. Сало Китая, его есть-то можно на него смотреть? Да, это, да, это на самом деле очень интересно, необычный вкус. Это как у китятины вот именно? Это вот шкура такая черная кита, и вот само сало небольшое, называется мантак. В Норвегии они добывают до сих пор, и там можно попробовать зайти в ресторан, попробовать мясо. Это вот они называют его капальхен, вот этот вот мертвая акула они там едят, а те едят из нерпы тоже. Но вот капальхин, он очень своеобразный. То есть он такой, как ферментированное мясо, как а-ля хамон, но совсем не хамон. Ну а допустим, вы отправляетесь в арктическое путешествие, собираете команду, поездка длинная, и вот вы постоянно общаетесь с одними и теми же людьми. Да. Это же, наверное, достаточно тяжело, учитывая, в каких условиях вы находитесь. То есть это не наша привычная повседневная жизнь. Совершенно верно. Тут, вот опять же, в 2016 году я это четко понял, потому что команда была набрана разношерстная. С нами поехал топ-менеджер, который даже заплатил какие-то деньги, чтобы мы его взяли. С нами проехал знакомый помощник еще кого-то. С нами поехал еще. И такая вот команда была разношерстная. В итоге, к концу поездки все друг друга хотели убить. Ну, я утрирую, конечно, но все друг друга уже вот так, все немножко подкипели. И я просто понял, что должна быть четкая команда, которая должна быть, вот, у которой должна быть одна цель, и она понятная. И вот сейчас, когда мы уже формируем команду, то есть я четко говорю всем на берегу, что будет очень тяжело. Говорю оператору, что его ногу будет кусать белый медведь. Он должен не обращать на это внимания и продолжать снимать. Говорю фотографу, что когда ты будешь отходить, ты попадешь в трещину, мы сразу к тебе не побежим, а начнем снимать, что мы тебя спасаем, и ты должен быть готов к этому. Конечно, я утрирую, но когда мы добираемся до цели и возвращаемся на большую землю, они так с улыбкой, и я даже не уверен, что они шутят, они говорят: а белый медведь не кусал, а я в трещину не провалился. То есть ребята реально ожидают того, что будет супер, ну, сложно. Я их готовлю к тому, что будет максимально сложно. Если мы проезжаем несложно за счет подготовки, за счет много чего, и в частности везения, потому что в Арктике без везения никуда, то все отлично. Но если будет что-то сложное, они уже к этому готовы морально. И на берегу мы с ними это все обсудили. Но чтобы попасть к вам в команду, нужно как минимум написать резюме, отправить вам, там, как-то сообщить, заявить о себе. Вот я такой-то, такой-то, умею то-то и то-то, возьмите меня, пожалуйста, я ничего не боюсь. Чтобы попасть к нам в команду, нужно быть профессионалом своего дела. То есть, если ты невероятно круто снимаешь на фото или на видео, welcome в команду. Если ты готовишь, welcome к нам в команду. А если ты умеешь делать шикарный тайский массаж, welcome к нам в команду. А если ты просто любишь путешествовать? Тоже у нас есть такое, но ты должен что-то выполнять. Полезная нагрузка. Человека доставить в Арктику, там его содержать и вернуть назад целым и здоровым, это очень
финансово затратно. От экипировки, транспорта, логистики, питания, ну все, это очень все дорого. Поэтому полезная нагрузка должна. Вы еще и экипируете. Полностью человека. Под ключ. Люди сдают, как я шучу, ну, то есть это все-таки не коммерческий, это же команда. Часть команды едет с бюджетом, то есть съемочная группа, она едет с бюджетом. Часть команды едет, потому что получает свой пиар, и в дальнейших проектах она уже, они уже известные, популярные ребята, и монетизируют это где-то дальше. То есть. Какая-то серьезная одежда должна быть, а ее не везде еще выпускают. Российский это... производитель. Есть конечно. Такой, российский наш есть? Компания Red Fox, это не реклама, это реально лучшая арктическая одежда. Ребята я, альпинисты. Как-то я тут купил в Норвегии свитер, очень хороший, арктический такой, он у меня до сих пор, я его стараюсь пореже надевать, и буквально боюсь, что этот свитер хороший, теплый, на снегу можно спать. Тут на самом деле очень важна, а, экипировка, и, б, ее правильность использования. Это же, знаете как, можно выехать на Ламборгини в грязь и сказать, что-то машина не едет, я заплатил за нее такие деньги, она не едет. Или наоборот, на внедорожнике встать на спортивный трек и не показать результат хуже всех. Должна быть, а, правильная экипировка, б, правильно подобранная экипировка, ну и, с, еще правильно использованная. Потому что если ты просто оденешь там флис на голое тело, он не будет работать, потому что у тебя нету влагоотводящей термички. А, там влагоотводящая, потом идет обычная термичка, потом флис, потом верхний слой, и потом еще какая-нибудь мембрана. То есть это целая наука. Вас этому всему жизнь учила, что ли, вот что вот это, или постепенно, вы... все да? Постепенно. Да? Это как прийти... Когда я, еще раз говорю, когда я все начинал, я ничего этого не знал. Я на все это смотрел с открытым ртом и просто вот поглощал эту информацию и удивлялся, что так можно. Вот было бы здорово вас сюда пригласить с машиной вот этой арктической. Уже тоже специально нужно готовить. Все правильно. У нас... Со всей этой одеждой, чтобы вы показали, все рассказали. Как вы там готовите? Мы бы приготовили сейчас здесь какую-нибудь там... Что вы едите? С собой берете крупы, наверное, да? Но многие вот думают, что мы совсем уж там, ну, как бы так вот, там, либо сублиматы, либо еще что-то. Мы все-таки полярники 21 века. У нас есть преобразователи, которые дают полноценные 220 вольт. И мы, исходя из этого, можем иметь любые блага цивилизации. Что у нас есть? У нас есть мультиварка, которая каждое утро таким это вот легким бипером пи-пи-пи-пи-пи-пи будет нас в 9 утра или в 8 утра, в зависимости от того, где мы находимся, с готовой теплой кашей. У нас есть, мы разогреваем, берем с собой уже готовые продукты, и в ней не готовим, а уже разогреваем их. У нас есть кофемашина, которую мы можем, капсульная, мы заряжаем кофе и пьем кофе. То есть все блага цивилизации есть. Есть термопод, который как чайник, но он согревает воду и еще держит ее горячей. То есть поэтому... Но при этом есть все средства, вот в случае, если случится апокалипсис, мы еще можем там выживать, вот эти все сублиматы, топить лед, добавлять туда минералы, там определенная сублимированная пища, все это у нас тоже. А и бензин вы, наверное, с собой берете, вот половина груза это бензин, видимо. Может практически. Быть, даже больше. Есть одна интересная особенность. В Арктике бензиновая машина теплее. Потому что, ну, безусловно, бензин дает гораздо больше тепла, и она не замерзает, легко заводится на морозе, но... В Арктике нету бензина от слова совсем. А дизеля в Арктике такое количество, что подъезжая к любой бочке, используя специальные приборы, которые измеряют октан и что там налито в этой бочке, мы заправляемся смело прямо в Арктике вот из этих... А из этого огромного количества бочек, да, которые... То есть там... это мы сейчас опять вернемся к разговору об экологии. Опять мы возвращаемся, да. Мы, конечно, кое-что для себя припрячем там, но большую часть надо однозначно убирать. Оно так хранится долго, и ничего с ним должно загустеть там как-то его надо... Есть такое топливо, которое там густеет, есть отработка, есть разное, но в большинстве случаев, да, если это арктическая соляра, с ней ничего не случается, или мы ее подразбавляем обычным бензином, чтобы она становилась полярной и не замерзала в минус 60, и спокойно используем. Здорово. Ну, мультиварка, кофемашина. Да, так будто бы не уезжали никуда. Не уезжали, да. Все, да, удобно с собой. А еще есть одна интересная. Вот полярнику хорошо тем, что каждый вечер ты ложишься под самый лучший ночник в мире. Это северное сияние. О, это да. И вот представьте себе, примерно где-то 80, а то и 90% ночей ты видишь северное сияние. Это невероятно красиво. Это, конечно, невероятно красиво. Ну, как, а туалет в минус 62? Я вот а так... это отдельная история, которую вы можете посмотреть на моем канале про путешествия в YouTube. Мы обязательно об этом скажем. И, возможно, даже покажем. Я в следующий раз, когда вы приедете сюда на машине, об этом мы поговорим. Нет, я говорю всегда так. На вопрос, как вы ходите в туалет, я всегда отвечаю быстро. Ну да. Но вот отправились вы в долгое путешествие. Вы скучаете по дому или...
путешественнику некогда скучать, потому что вокруг столько всего интересного, красивого, завораживающего, и просто мысли такие даже не приходят в голову. А если приходят, то как с этим бороться? Да мысли, конечно, приходят в разные мысли, в разный момент. Но, допустим, вот был случай, когда на Северном полюсе я был один на велосипеде. То есть я решил добраться до Северного полюса и думаю, как же добраться до Северного полюса? Думаю, надо что-то такое необычное. И я взял фэтбайк, потому что тогда огромное количество скандинавов, североамериканцев использовали эти велосипеды на больших колесах на севере. Они прям на них активно катались. Я затестил его, посмотрел и думаю... Надо отправиться на Северный полюс на фэтбайке. Так никто не делал. Я буду первым человеком, кто-то добрался на фэтбайке. И вот вы знаете, когда ты едешь один по Северному полюсу, то есть вот прям вот по кромке ледяной, никого вокруг нету, там настолько стерильная тишина, что ты слышишь только два звука. Звук твоего сердца, который как басы у машины, знаете, вот заряженный прям бух-бух-бух. И внутренний голос, который иногда тебе говорит... Старик, а что мы тут делаем? Или еще какой-то диалог. И вот самое главное, я думаю, человек слабо подготовленный, может действительно немножко уйти не туда, вот находясь там один на один. Вот, плюс осознание того, что вокруг белые медведи, и в случае чего за тобой не прилетит там вертолет или что-то быстро максимально. То есть это все равно будет какое-то время. Вот это, конечно, такое вот осознание. И вот в этот момент я, наверное, думал о семье больше всего. И первое, что я сделал, добравшись до Северного полюса, я достал спутниковый телефон и позвонил жене. Говорю, привет. Ты что делаешь? У нас только как раз родилась дочка. Она говорит, я вот с дочкой. Я говорю, я на Северном полюсе. Она говорит, круто. Она говорит, ну как тебе? Я говорю, ну не знаю, вот стою тут 9.00. В общем, вот как-то так вот. Она говорит, а вы бы оружие с собой возили, как вот на Шпицбергене, там же можно ходить. Белые медведя повсюду. Взял ружье и пошел. Но, никто слова не скажет. Да, но стрелять все-таки в белого медведя у нас... Пусть ест, да, меня. Ну, не пусть ест. Нет, у нас там, у меня были средства защиты, но никаких перцовых баллончиков, потому что перцовый баллончик в Арктике — это из серии поперчить себя перед тем, как медведь тобой оттрапезничает. Ну, тут есть, да, там фальшфейеры и всевозможная, то есть там техника. Если уж он совсем за тобой погнался, нужно сбросить куртку, и он отвлечется на нее. И этот запах его перебьет, он слепенький, как бы, это вообще он будет с ней долго заниматься. Можно убежать, да, можно успеть убежать, попытаться. Но есть вероятность потом получить переохлаждение. Да, без куртки. Много нюансов. Да. Вот, но медведи мы встречали 5 раз, белых. Но они просто обходили вас стороной. Ну, абсолютно, мы для них, понимаете, там есть такие места, куда ты приезжаешь, и там мы видели полярного волка, который шел рядом с нами, просто вот так рядом с нами. И смотрел на нас, и он думал, что это какой-то овцебык. Два овцебыка, которые... Я был уверен, что он никогда не видел людей. Это были горы Беранга, расположенные на полуострове Таймыр. Самые северные горы в мире, кстати. Да уж. Фантастика. А что вообще самое трудное в жизни путешественника? Наверное, надолго уезжать из дома. Это самое сложное, потому что ты понимаешь, что... уезжая из дома, как бы ты не находишься это время со своей семьей. Вот это, наверное, самое сложное. А в остальном у тебя больше плюсов все-таки. Потому что, вы знаете, есть вот эта вот такая теория растягивания времени. Человек, который живет в своей рутине, у него время течет очень быстро. И вот если ты делаешь все одно монотонно, год вот так проходит в одно мгновение. А человек, который чем-то увлечен, у него много всего разного, или уезжает куда-то, для него там просто за неделю он получает столько эмоций, что тот человек за год не получает. Это вот разное вот это течение времени за счет эмоций. И вот путешественник на самом деле в этом, это у него огромный плюс в этом. То есть ты огромное количество эмоций, ты возвращаешься через месяц, для людей месяц прошел практически, ты только вчера уехал, а для тебя это целая вся жизнь. Да. Да. А если вы говорите, жизнь. Самое трудное — это оставлять семью, может быть, тогда у вас закрадывалась такая мысль, что «а ну эти путешествия, останусь-ка я теперь, всегда буду рядом с ним». Да не, ну тяжелее дома сидеть. Но вы же знаете, как мы же, ну то есть что я делаю? Я уже думаю о том, что нужно построить определенный дом на колесах, такой некий «one life». Вот. И мы хотели уже с этого года, но у нас было пополнение, сейчас я стал многодетным папой. Вот, и поэтому мы сейчас все это, плюс пандемия внесла свои корректировки, но на следующий год мы планируем отправиться... Не в Арктику. Не в Арктику. Рановато. Детям все-таки нужно что-то такое. Но, возможно, на русский север, в Скандинавию, в Центральную Азию. У нас огромное количество интересных, красивых мест. Ну, а вы чем-то мотивируетесь, когда собираетесь в путешествие? Или просто вы осознаете, что я сейчас столько эмоций получу?
что другая никакая мотивация не нужна. Ну, мне это нравится. Это самая главная мотивация. Человек должен, я считаю, что заниматься искренне тем, что ему доставляет удовольствие, что ему интересно и что ему нравится. Если тебе не нравится, то это называется вот работа, на которую ты не хочешь идти. То есть вот если мне сейчас скажут, что у меня срывается какой-то проект, и я в него не еду, я искренне расстроюсь. То есть я никогда не скажу: о, круто, я побуду дома с семьей. Нет, даже несмотря на это, я расстроюсь, потому что я хочу туда. То есть это вот... Поэтому самая главная мотивация – это заниматься любимым делом. Это, она работает в любой отрасли, абсолютно. Ну, в планах, естественно, у вас вот этот 5-летний проект, наверное. И будете вы заняты именно этим проектом в ближайшие 5 лет, или как-то еще будете совмещать? 5-летний проект – это просто такая некая социальная часть, которая у нас будет. У нас есть порядка 3 арктических проектов разных тоже, которые мы будем делать зимой. Но самый главный проект, который мы делаем на следующий год, это проект называется «Москва-Нью-Йорк». Мы делаем 2 мировых рекорда на колесной технике, первыми в мире своим ходом из Москвы в Нью-Йорк. Примерно такой рекорд хотели установить в 97-м англичане при поддержке Королевского географического общества. Они стартовали, у них был проект «Лондон-Нью-Йорк», они стартовали в Лондоне. Тогда еще им дали проехать под Ла-Маншем, под строящимся туннелем, он был еще не запущен. Они проехали все по суше, а по льду они поехали на вездеходах. То есть условия этого рекорда, который они придумали, ехать везде своим ходом без посторонней помощи. И мы делаем то же самое. Мы стартуем из Москвы на автомобилях, доезжаем до самой восточной точки, куда можно доехать по дорогам, по круглогодичным дорогам, до Магадана. В Магадане пересаживаемся на вездеходы типа «Тайфуна», типа «Шерпа» большие, с положительной плавучестью. На них по побережью через Камчатку уходим до Чукотки. Доходим до самого восточного до самой восточной точки, до мыса Дежнёва. И с мыса Дежнёва через Берингов пролив переплываем тоже своим ходом, они же с положительной плавучестью, на Аляску. Мало кто знает, но Россия и Америка настолько соседи, что между нашими сухопутными границами порядка 4 километров. А между материками 82 или 84, в зависимости от того, там, как мерить там есть. То есть мы реально соседи. И вот эти 82 километра с поправками на течение, с поправками на ветер, мы планируем перейти на этих вездеходах, дальше выбраться на берег Северной Америки, на Аляске, доехать на вездеходах до, опять, дорог общего пользования, там пересесть на машины и финишировать в Нью-Йорке. И помимо того, что мы делаем 2 мировых рекорда, это первое пересечение на колесах Берингов пролив, второй рекорд Москва-Нью-Йорк, мы еще хотим сделать некую социальную миссию. В России и в Америке есть города-побратимые. То есть у Москвы есть город-побратимый, у Ярославля есть Берлингтон, у Магадана есть Анкоридж, по-моему. И от мэров российских городов мы будем передавать мэрам американских городов некий привет в формате красивой грамоты, которая будет сделана в виде бересты, которую можно будет повесить на стену. А от мэров американских и канадских городов, мэрам российским городам, мы будем передавать тоже некую такую как бы красивую грамоту в формате билли о независимости. И вот это такая будет дипломатические отношения просто путешественниками, как раньше и было, собственно. Купцы и путешественники налаживали все дипломатические отношения, поэтому вот мы решили... Но не сложно с ними будет договориться? Я вам скажу, уже договорились, уже, наверное, все, да? Сделали. Всем интересно. Всем интересно. Вы не представляете, как на месте, на регионах и в Штатах все реагируют очень положительно. Для них это просто что-то интересное, и они готовы в этом участвовать. И для того, чтобы это не выглядело как экспансия русских на Аляску, мы сделали этот проект международным. Россия в этом году председательствует в Арктическом совете ближайшие 2 года, поэтому мы взяли стран-участников Арктического совета, выбрали из них невероятно интересных путешественников, блогеров, и они вместе с нами проедут маршрут. Кто-то часть проедет, кто-то весь маршрут. И у нас будут участники, которые будут снимать для Первого канала. И у нас мы хотим сделать такой проект. На Красной площади во время старта у всех иностранцев мы им зададим один и тот же вопрос. Что для вас Россия? Что вы знаете о России? Они все скажут, как всегда, водка, медведи, возможно, балалайка, что-то еще. А в Нью-Йорке? Да, там, да. Но когда они проедут с нами всю Россию... И когда мы пересечем Берингов пролив, в этот момент, когда эмоции их захлестнут, мы подойдем еще раз спросим: а что сейчас для вас Россия? И я уверен, что эти 10 человек иностранцев, которые являются абсолютными лидерами мнений в своих странах, станут лучшими амбассадорами России в своей стране.
Да, действительно, скорее всего, так и будет. Интересно посмотреть, как поменяется вообще их восприятие и их мнение. Нам тоже это очень интересно. А из Нью-Йорка вы просто садитесь на самолет и полетели? Из Нью-Йорка, да, мы сядем на самолет, вездеходы отправим в море, и, возможно, одну из машин, которые с нами будут ехать, ее мы тоже заберем, потому что она уже будет машина с историей, и мне кажется, это прикольно. А вы решили ограничения, проблемы с ограничениями коронавируса? Мы прививаемся всем, чем можно привиться, чтобы у нас были все паспорта, и я как понимаю, что ребята-иностранцы будут прививаться нашей вакциной, мы будем прививаться иностранной вакциной, и все, всем по-честному, все обменялись. Ну и, да, да. Вот, пункты временного пропуска через границу нам будут делать, мы стараемся ехать в лето, когда локдаун будет минимальный, и в этот период... А нельзя сократить вот это 82 километра на 4? Там просто не съедешь и не заедешь? Там, к сожалению, берега. Нельзя. Наш остров — это просто вот действительно скалы. Можно было бы, но тогда, если нас хотя бы кусочком кто-то подбуксирует, то тогда не будет большого мирового рекорда Москва-Нью-Йорк. Останется рекорд просто через Берингов пролив. Вот, а мы хотели бы все-таки сделать уж два для того, чтобы... Там еще есть такая история, что мы, то есть мы еще объединились сейчас с правительством Чукотки, и вообще нужно понимать, что по территории Чукотки проходит 180-й меридиан, который делит нашу страну на вчера и сегодня. То есть если вы стоите за меридианом, а я здесь, и мы одновременно с вами пишем какую-то информацию, вы пишете там, допустим, 21 числа, а я уже 22 пишу. Угу. То есть это действительно так. И этот 180-й меридиан на Чукотке — это единственное место, где он проходит по суши. Дальше везде он проходит просто по океану. Ну, соответственно, есть в Антарктиде, где он проходит, но там мы не считаем, потому что там никого нету с постоянным проживанием. И то есть Россия начинается оттуда. И вообще Берингов пролив — это такое некое место. Мы хотим после этого привлечь к нему большое внимание, чтобы это еще стало определенным местом челленджа, куда ты мог приехать и бросить себе вызов. То есть раз в год после этого будет проходить соревнование, где будет открываться вот этот пункт временного пропуска через границу, и люди на гидроциклах, на байдарах, на лодках, на чем угодно могут попробовать его пройти. Вот в этот момент это челлендж. То есть есть марафон на Северном полюсе, есть Эверест, есть переплыв через Босфор. Почему не может быть переплыв через Берингов пролив? Шикарное место. Это 82 километра плыть? Не вплавь, а вплавь с эстафетой. Там были такие соревнования. Либо же это может быть лодка, это может быть парусник, это может быть байдара. Там планируют после нас, во время с нами, плыть как раз на байдарах. Просто нужно понимать, что по истории местные народы, эскимосы и чукчи, плавали друг к другу на байдарах абсолютно спокойно. Ну да, должно получиться на каяках там, наверное, каких-нибудь. Да, что-нибудь такое, то есть, в принципе, это определенный челлендж. Эверест тоже ж непростой. Ну да. А то, что вы покоритель горных вершин, это действительно... Не-не-не, это там не настолько. То есть, да, на Эвересте я не был, потому что первое обещание, которое с меня взяла моя жена, это то, что я не буду ездить на мотоцикле по городу и не полезу на Эверест. Да, не надо. Я недавно кино посмотрел про Эверест, художественный фильм, но это такая страсть вообще. Да, это определенно. Это ужас. Там есть вещи, где от тебя ничего не зависит. Абсолютно. То есть ты просто вот как листик на ветру, и куда он подует, туда. Поэтому. Ну а вот вы много где были, много чего видели и наверняка оказывались в совершенно разных ситуациях. Какая была самая экстремальная? Самая экстремальная? С медведями, наверное. Да нет, медведи, на самом деле, относительно все были добродушные. Нам везло с медведями, то есть у нас не было агрессивных. Экстремальная, наверное, был случай, когда мы ехали, мы как раз собрались в 2017 году показать, что есть определенное джиперское сообщество, которое ездит на больших машинах, суперподготовленных, и мы сказали: ребят, по большому счету, чтобы путешествовать, не нужно вот больших вложений. Если у вас ничего нету, вы можете пройтись пешком в соседний поселок. Если у вас есть велосипед, езжайте на велосипеде. Есть мотоцикл, едьте на мотоцикл. Машина на машине, вот как угодно. И, ну, это круто. Путешествие вообще, оно может быть в любом виде. И нам все сказали: ну вот вы попробуйте куда-нибудь. Мы сказали: окей, вызов принят. И мы взяли обычные стоковые машины из салона, и утеплили их картонкой перед радиатором, чтобы морозный ветер не выдувал нас, поставили дополнительный свет, потому что была полярная ночь, и отправились на этих машинах в самый северный населенный пункт, материковый населенный пункт Евразии, это поселок Диксон.
Мы туда очень сложно пробивались. По пути встретили атомный ледокол, который прошел мимо нас. Мы с ним сфотографировались. Это фото и видео облетело просто весь мир. Мы сделали пост о том, что как проходящий мимо атомный ледокол каждый уважающий себя полярник должен лизнуть. Но так как температура была минус 62 градуса и была вероятность того, что ты прилипнешь к ледоколу и с ним идешь в порт назначения, мы не стали его лизать, а просто потрогали. Мы действительно трогали проходящий атомный ледокол. И капитан как бы немножко бронился на это вот, в громкоговоритель. В общем, мы доехали до Диксона, возвращаемся назад. И на обратном пути, так как машины были стоковые, мы обторосы, острый лед, порезали всю резину. И у нас просто уже нет запасок. И у нас было в каждой машине 4 будильника. Каждый будильник настроен на каждое колесо. То есть это колесо спускает за 5 минут, это за 10, это за 15, это за 7. И вот ты едешь, у тебя... Там пи-пи-пи-пи будильник, ты останавливаешься, подкачиваешь его, да. Опять подкачиваешь, или там едешь, так, тут еще 4, едешь, следующий, останавливаешься, следующий. Вот так мы ехали. И мы понимали, что мы так не можем, нам 1000 километров до ближайшей цивилизации, ничего нету, просто, ну вот все, мы в нигде, в космос. Вот это место в Арктике я называю открытый космос, когда вот, то есть, ну, в никуда вот, то есть, из орбиты космоса быстрее вернуться, чем тебе в цивилизацию. И тут... Этот ледокол, который мимо проходит, мы связываемся с ним через полярную метеостанцию, куда мы заехали. Это единственный оазис, который там был. И капитан говорит: ребята, я могу вас забрать с собой. Но есть одно условие, вам нужно договориться с руководством Росатомфлота. Мы быстро по спутнику обзвонили всех. Артур Николаевич Челингар, вообще всех, вот всем, кому только можно, мы всем позвонили. Нам сказали: полярники своих не бросают. А, сможете добраться до квадрата? Мы говорим: да мы хоть в Москву доберемся, если поедем на атомном ледоколе. В общем, нам дали квадрат, мы приехали в этот квадрат, встали. Вот у меня есть тоже такое видео, оно тоже очень известно, его показывали и в Comedy Club, там много где. Утро, такая палатка, вот вид из палатки, я выхожу, и атомный ледокол подходит, потихонечку входит. Он же еще тихо идет, у него же нет никаких звуков, он же просто электродвигатель. Да. Он прям так тихо-тихо-тихо, скрипя льдом, заходит. И капитан говорит: у вас есть час для того, чтобы загрузить машины, а у нас нет абсолютно ничего, чтобы их грузить. Просто вот мы там... Уже начинаем бегать, у нас остается 15 минут, и мы понимаем, что мы не успеваем. А за ним идет два корабля, норникелевские, которые они проводят. И если они встанут, ну, они могут вмерзнуть просто, в общем. И мы понимаем, что если мы сейчас никак не зацепим, но прокатиться на атомном ледоколе, я говорю: ребят, если ничего не получится, мы прямо опускаем окна, продеваем через машину. Ее, конечно, выгнет, но это атомный ледокол. То есть вот стоимость этих машин, она, конечно, ляжет на нас, но вы представляете, насколько это будет круто. В итоге мы все-таки их зацепили, застопорили колеса, зацепили, проложили брусками, там, в общем, всей командой там все это сделали, загрузили краном нас на борт, на вертолетную площадку. И какое было наше удивление, когда мы пришли в кают-компанию, а в кают-компании висит распечатанная статья американского сайта Z-Drive, это один из известнейших сайтов про автомобили, где было написано, что русские полярники в Арктике там, вот, сфотографировались с ледоколом. И уже вся команда, включая капитана, были подписаны на нас, они уже знали, они уже следили за нами, и мы уже были такими друзьями. И обратный путь, который мы там 10 дней по этой Арктике ехали, именно вот, вот все у нас там было такое, мы прошли там за 2 суток примерно в комфорте, просто шикарно. Нам выделили отдельную каждому отдельную каюту, поставили полностью на питание, на все. Это было невероятно. Удовольствие. Ситуация началась не очень приятно, а закончилась как-то. А здорово. С машинами-то что потом в результате произошло? Машины мы сгрузили в Норильске, и своим ходом, там тоже нет дороги, из Норильска нет дороги, а мы все-таки своим ходом решили поехать дальше. Но раз уж нам здесь, так скажем, мы зачетерили немножко, то нужно было дальше выезжать. И мы не планировали выезжать из Норильска, мы хотели их там оставить и морем вывезти, и улететь. Но мы сдали билеты и поехали своим ходом из Норильска через газовые месторождения до Москвы. Ну а мы в начале нашей трансляции спрашивали у зрителей, хотели бы вы начать путешествовать. И вот результаты нашего голосования. 85%, практически 86% хотят начать путешествовать, и нет 14%. Наверное, они уже путешествуют, да. Поэтому начинать им уже и не нужно. Как думаете, что мешает вот этим 85%? Нужно встать и идти. Это первое, что нужно сделать. Нужно оторвать свою, извините за выражение, попу от дивана, кресла, где ты находишься, и сделать первый шаг. Это вот, знаете как, вот есть одно правило. Каждый вечер мы готовы завоевать этот мир. Но с утра мы переносим все опять на вечер, и это циклично. А вот нужно не с вечера это сделать, поставить себе в план, с утра взять и сделать. И тогда все получится.
Богдан нас... прекрасный мотиватор, мне кажется. Прям хочется штурмовать Северный полюс. Уже прям начинать сейчас. Ну, можно. Можно. У нас в гостях сегодня был Богдан Булычев, арктический блогер номер один, путешественник и исследователь. Богдан, спасибо, что пришли сегодня к нам. Спасибо вам большое. А сфотографироваться? Точно. Однозначно, я за. Вы же блогер еще. Обожаю фотографироваться. Пойдемте тоже, пойдемте. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.